Ну что, видео. Добрый день всем. Привет с Харькова. Вот хотим немножечко первый раз пройтись, ну нет, наверное, не первый, второй, пройтись к нашим озерам и посмотреть, что тут. Мы и шли, была сирена, но сирена как бы в стороне, не у нас конкретно. Но решили все-таки пройтись. Вот такой у нас оазис. Сегодня у нас очень жарко. Я даже не знаю, сколько градусов, но на солнце просто горячо. Вот, а здесь тенечек. Здесь хорошо. Так, тут был у нас, прошел дождь, сильный дождь прошел. И вот такие следы после дождя. Птички поют. И пух. Сейчас тополиный пух кругом. Как будто бы снег лежит. Интересно, утки есть у нас на озере или нет? У нас было всегда очень-очень много уток. Сейчас, в последнее время, если проскакивали, то уток не видели. Сейчас посмотрим, есть уточки или нет. Ну вот белочек я не вижу. Тут иногда пробегали белочки. Птички щебечут. Давай вот тут спустимся, да? Вечера птицы как щебечут. Так, ну что там? Не сильно мокро. Очень сильный прошел ливень. Гром, гроза гремела. И гроза, и прилеты, и даже как бы сильно даже незаметно было, где прилеты, где гроза. Сверкало все, гремело все. Были в некоторых районах, прилетали и были разрушения. Так, ну что у нас здесь? Ага. Такое. Ну, вон, вижу, уточек сидят, но их мало. Тополиные пухи здесь в воде тоже. Так мне нравится, когда шумит вода. Шум воды. Тут уточки сидят, отдыхают. Даша хочет сфотографировать, а я мешаю. Ну вот видно, люди гуляют. Сейчас немножечко пройдемся, посмотрим, что у нас здесь. Ну какой очень хорошо такой свежесть возле воды. И щебет птиц. Красота. Это наши искусственные озера. Дарья фотографирует. Уточки спят. Че спять? Еще рано. Ну, очень мало их. Я не знаю, где они делись. Очень мало их было, столько много в прошлом году. И главное, что круглый год
и летом, и зимой было очень много. Посмотрите, такая крупная уточка, крупные селезни. Прямо как домашние. Сейчас пойдем посмотрим. Ну, рыбки здесь нет, я не вижу. Рыбку не видишь, Даш? Не видно, да? Здесь гуляешь, даже забываю, что у нас идет война. Здесь так тихо. И вот смотрите, божечки, это тополиный пух заслал. Вся вода в тополином пухе. Да. Вот эти посадили кустики, просто воткнули веточки. Повтыкали веточки, вот они, видите, какие веточки. И сейчас не разрастутся, будут такие кусты. Наверное, ива, или не знаю, что это. Ну, как-то вот, или нет, не похоже. Ну, просто веточки воткнули в воду, и они зеленеют. Здорово. Вода прозрачная, просто пух и тина. Вот тут даже зимой были, вода не замерзала местами, вот, вот где у нас пух, там была замерзшая. Нет, наоборот, там была не замерзшая, здесь замерзшая. И уточки тут плавали. Сейчас нету, где они делись. Да, и рыбки не видно. Сейчас немножко пройдемся и пойдем домой. Места для сидения. Можно прийти коллективом посидеть. Присаживайтесь. Кто тут ко мне пришел? Солнышко. Небо красиво. Это поля. Ну что, пойдем? Посидели? Нет. Вот так что еще можно двоим человеком прийти посидеть с нами. Кто хочет составить нам компанию? Все, на этом буду заканчивать свой репортаж. Всем удачи, благополучия, радости и мирного неба над головой. Всем пока-пока!